В республике начали работать коммуникационные площадки, на которых потенциальные кандидаты на пост главы республики встречаются с депутатами муниципалитетов. Первая встреча состоялась в Алатыре. Напомним, что инициативу в РИО главы республики по организации именно такой процедуры прохождения муниципального фильтра поддержал Совет муниципальных образований. Он взял на себя ответственность по организации коммуникационных площадок. В Алатырь приехали почти все потенциальные кандидаты, выбранные от разных партий и самовыдвиженцы. Каждый со своей предвыборной программой и своим видением ситуации. Александр Андреев считает, что надо возрождать крупные предприятия, славившиеся когда-то на всю Россию. Потенциал есть, и этот потенциал, он был довольно-таки широко использован в советское время. Были крупные градообразующие предприятия, которые сейчас, к сожалению, они пусть даже и сохранились, но не в достаточном объеме. Этим предприятиям надо помогать. Андрей Льдименов намерен привести в республику конкретный инвестиционный портфель и всерьез заняться ростом производительности труда на предприятиях, видя в этом основу роста. В частности, есть договоренности по строительству нефтеперерабатывающего завода в Чувашии. Этот проект неоднократно обсуждался, но до практической реализации, соответственно, дошел. Инвесторы готовы вкладываться в Чувашию, но для этого им нужно понимание, что действительно политики в Чувашии, что называется, с хребтом, с характером, и решают именно здесь, у нас в Чувашии. О работе на благо малой родины рассказал депутатам Сергей Матвеев. Патриот тот, кто болеет душой за свою родину, тот, кто работает ради своей родины. Тот, кто знает проблемы все своих коллег, своих земляков, помогает им их решать. Николай Степанов пообещал вплотную заняться анализом финансового положения республики, ведь от этого зависит вся деятельность правительства. Провел аудит финансово-хозяйственной деятельности республики, районов, городов. Все сидящие здесь прекрасно понимаете, если мы собираемся что-то строить, изменить, мы сначала разбираем в своих возможностях, что можем делать и поэтапно что делать. Я бы формировал правительство не по принципу партийной принадлежности или кто кому нравится. Правительство должен быть формирован из числа опытных профессионалов. Формирование бюджета волнует и Константина Степанова. Этому надо уделять особое внимание. Бюджет формируется всегда сверху вниз. И формируется он исключительно под государственные программы. Мы все прекрасно об этом знаем. И деньги на что-то более-менее крупное можно получить только включившись муниципалитетом, либо всей республикой, в какую-то из государственных программ. И деньги эти будут только целевые. Таким образом, для всех потенциальных кандидатов созданы равные условия. В ходе встречи муниципальные депутаты задали интересующие их вопросы.